привет, дорогие зрители! С вами Колнова Аня и Шишкина Екатерина. И сегодня у нас с вами, как вы видите, обзор новиночек по 8-му каталогу. Честно скажу, по VIP-заказу удалось заказать не все, но как только я прилетела в Джубе, я сразу же сделала еще один заказ. Но там будет очень мало вещей в этот раз с новинками, но, грубо говоря, я вас подвела, будет очень маленький обзор. Итак, на Катюшке трикотажная фуфайка с коротким рукавом для женщины, артикул 523-410, цвет черный, размер 46, 100% хлопок. Ну что ж, расскажу вкратце историю данной футболки, как она у нас оказалась. Мы с Катюшкой набирали товар, и она сказала: нет, я такую не хочу. И тут она ее надевает, и первая ее фраза: вау! Нет, она сказала: да блин, прикольная! Катюш, твой выход. Ну, эта футболка достаточно мягкая, удобная, она не стесняет движения, вот, и на ней достаточно мягкие леопардики. Да, то есть футболочка тянется, вот она хорошо тянется. Далее, значит, вот эта вот покраска сверху, как вы видите, то есть такой вот леопардик с бархатными пятнышками, да. Поверху нанесенной краски, вот эти пятнышки, они, Катюш, давай еще ближе подойди, они как бархат. Вот представляете, как это интересно. Это и есть бархат. Нет, вот эта вот сама покраска, она нет, она не бархатная. А вот эти пятнышки бархатные. Смотрится, ой, смотрится очень даже хорошо, симпатично. На Катю села, ну, обычная футболка вот с таким прикольным принтом. Так, сейчас на Катерине трикотажный джемпер с коротким рукавом для женщины. Артикул 523-450, цвет красный, размер также 46, состав 100% хлопок. Так, Катюш, какого ты у меня роста? 160 ростом, Катюшка. Вот, подойди поближе. Оказывается, этот принт идет со стразами. Катюш, покажи стразики, да? Вот такие вот стразики, это краска. И стразики поверху. Очень такие, сейчас я вам увеличу. Очень такие маленькие, хорошенькие, прикольные стразики. Вот, в принципе, нормальная футболка, носить можно, да, Кать? Угу. Сейчас на Катюшке очень, кстати, классная, удобная, длинная футболочка. Прям попу скрывает, когда Катя будет нагибаться. Да, вот, кстати, посмотрите ценничек, да, с, получается, с какой стороны он вот стоит. Да, Катюш, покажи его. Получше, она просвечивающая. Да, то есть она просвечивающая. Ее белье надеть соответствующее. Она длинная, да, то есть если Катерина нагнется, да, нагнется, то не будет видно вот этого всего, что сзади обычно у девчонок выставляется, да, там все добро, такая, да. Полосочка. Да, и полосочка, и бока вот эти все. В общем, хорошо, вот в плане того, что она длинная, мне это очень нравится. Это я вот прямо оценила в первую очередь. Значит, трикотажная фуфайка с коротким рукавом для женщины. Цвет белый, размер 46, состав 100% хлопок. Артикул 523-478. Кать, она без страз, без всего, да? Да, она просто с принтом. Ага, логотип ФЛ Эст 1997. Угу. Это, и... походу, основание компании. И лавры. Ага, и лавры. Но Катя... А, мне, ну, понравилось. В общем, говори, да, что за тебя все говорю. Потому что когда она... Действительно. Так, сейчас на Катеринке трикотажный джемпер с коротким рукавом для женщины. Цвет черный, размер 46, состав 100% хлопок. Артикул 523-455. Кать, твой выход. Ой. Меня озадачило. В общем, ну, все футболки удобные, то есть... Я ничего не могу сказать про нее плохого. Она тянется достаточно хорошо. На ней, класс. На ней красивые стразики. Очень мне нравится. Вот. Очень классно. Прям вообще мне нравится. Антона мы тоже немножко приодели. И сейчас на нем трикотажная фуфайка с коротким рукавом для мужчины. Артикул 522-485. Цвет серо-голубой, размер 58, состав 100% хлопок. Офигенная футболка, классный, суперский цвет. Я взяла ему таких две штуки. Вот, чтобы... вот она вторая такая же штука, да, вот с аннотацией. Совсем, пожалуйста, заказывайте своим мужьям. Вообще просто супер футболочка. Очень, очень ему идет. Антох, я думаю, тебе нравится или ты будешь что-то говорить? Буду говорить.
Чем будешь говорить? Там? Нет, буду ходить, говорю. А, будешь ходить, а мне послышалось, буду говорить. Ну и, Антох, приподними чуточку футболку, шорты, Габриэль, размер XXL, 466, 976 артикул. Тоже взяли такие вторые, знаете, они нам очень-очень понравились. Антох, резиночку бы показать, да, то есть показать резиночку. Хорошая такая, ой, да, хорошая резиночка на завязочках. Также кармашки, Антох, покажи. Кармашки вот такие вот у нас, да, идут. В общем, все здорово и классно. Тоже мне понравилось, поэтому в них можно купаться. И внутри есть, как она называется, Антон? Подкладка. Подкладка, ну, типа в трусов. И можно, не надевая трусы, в них уже так просто ходить по пляжу, купаться. И они у вас быстро высохнут. То есть это такие купальные шорты. Это не просто шорты, это шорты, в которых можно... С утра надел, можешь и купаться, и в бассейне, и в море, и везде, и вечером снял, и в стирку кинул, и все. Да, то есть вот такая вот красота. Это, дорогие наши, уже не новиночка. Мы решили попробовать заказать водолазку с коротким рукавом. Размер S, это 42-44, потому что 46-го не было. И не было 48-го и 50-го. И вообще данная водолазка Катерине маловато, как вы видите. Поэтому... Поэтому, конечно, это вот или возврат, или вот у меня ее девушка просила заказать, продать. Сейчас мы ее ей покажем. Тут, конечно, очень классная штука. Но почему все самое классное так быстро разбирают в компании Faberlic? Потому что в магазине такую вещь порой ищешь, найти не можешь. Конечно, Катюшкин размер это 46-й, от 46-го и выше, но никак не 42-44. Но она была классная. Но мы хотя бы... Вам показали. Да, мы хотя бы вам ее показали. Водолазка с коротким рукавом. Артикул 800-618, то есть 800-618. Размер L, это в скобочках тут указано 46-48. Цвет серый, состав 95 вискозы, 5% эластан. Вот это Катюшкин размер, все отлично. Я порекомендовала ее Кате оставить. Все просто здорово. Мне кажется, что самое то. Сейчас на Кате довольно-таки симпатичная водолазочка. Ей очень идет. Артикул 800-628. Размер L 46-48. Цвет голубой. Состав 95 вискозы, 5% эластан. Я считаю, что если это размер 46-48, то мне надо брать 50-52, скорее всего. И такие мне футболочки будут малы. Катюша ее себе оставляет. Кать, ну что вообще скажешь про такой тип водолазок? Ну, однотипные, однотонные водолазки, это очень красиво на самом деле. И это также и очень удобно, и можно надеть под любой пиджак. Вот, все в принципе. Они достаточно модные сейчас, очень часто используются на каких-то показах, как база для следующих вещей. Ну, очень хорошо. Я хочу себе такие же сейчас. Особенно вот эти вот нюдовые две первые я очень хочу. Прям безумно. А это, кстати, футболка. Я не знаю, передает камера или не передает. У Катюши свои глаза голубые. И вот вы знаете, прям глаза еще голубее стали. Вот, Катюш, подойди, я даже не знаю, видно будет, не видно. Мы вам еще хотим показать макияж Катин. Выполнили вот этой вот палеточкой с артикулом 54-66. Палетка просто обалденная, нам очень понравилась. Катя, вот прям нагнись поближе. Да, то есть вот смотрите, как хорошо смотрятся и тени, и все. И эти тени, они очень суперстойкие. То есть выполнили макияж вот в этих вот оттеночках. Ну, как вы видите, тут уже больше половины закончилось. Очень достойная палета. Я Катюше такую же закажу, чтобы она у меня ее, ну, не сперла. Артикул 54-66. Ну, это так, по-семейному, грубо говоря. Сейчас на мне... Трикотажный джемпер с коротким рукавом для женщины. Артикул 523-407. Цвет белый, размер 50, состав 100% хлопок. Прикольный джемпер. Классный джемпер. Я считаю, что мне очень нормально.
Да, то есть в жару там магазин, шортики надеть, футболочку надеть и побежал. Яркий акцент. Мне все нравится. Я себе эту футболочку оставляю. Я любитель, конечно, классики, но иногда хочется вот надеть джинсы, шлепы и футболку. И вот так вот шлеп-шлеп и прогуляться. Вот так вот. Ну что ж, всем пока-пока, мои дорогие. С вами была Коннова Аня, проект Faberlic Online. И Катюша Шишкина тут вам шлет вот такие вот сердечки. А, ну понятно, Катя сама свои сердечко хочет для вас послать. Да, всех любим, всех целуем. Ставьте лайки, комментируйте, на ваш взгляд. Ну все, пока-пока.